Всем привет! Сегодня я играю в Майнкрафт на андроиде в бета-версию 1.16.23.0.50, в общем, как-то так. И я, в общем, как я понимаю, создал сервер, потому что я первый раз играю в эту версию. Ну, в общем, я его никак не назвал, он называется «Мой мир». В общем, я по ошибке создал сервер. Вместо того, чтобы создать мир. В общем, это не важно, потому что ничего как бы не меняется. Я хотел бы вам рассказать, что я сейчас буду строить что? Дом буду строить себе в креативе. И у меня он будет... Дом у меня будет из гладкого камня. Так. Из гладкого камня. И я построю дом с нуля как бы. Заделываю тут дырки, в общем, чтобы можно было ровно на ровной поверхности все построить. Еще я планирую, наверное, построить потом железную дорогу какую-нибудь, типа из вагонеток. Вот так. Вот так я строю. Не знаю, почему я выбрал гладкий камень, но все же это хорошо. Так. Итак, дальше я сейчас выберу себе блок стекла, наверное. Я выбрал себе обычное стекло прозрачное, без там ни красное, ни зеленое, там никакое. И теперь я буду это в качестве окна ставить. Так, я тут заделаю, чтобы симметрично было. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот сделаю, чтобы было симметрично. Я уже доделываю окна, но уже темнеет. Я тут, кстати, сейчас еще поставлю светильник. Нашел я, в общем, грибосвет какой-то, в общем, источник света какого-то, чтобы продолжить строить ночью. Обычный такой серый домик, в общем, коробочный домик в форме коробки. В общем, вот так. Все, я построил крышу, в общем, быстро я построил дом, но я забыл про дверь, поэтому сейчас я найду какую-нибудь дверь. Сейчас я найду дверь, где она тут, сейчас, как тут? Дверь. Так, по-быстрому, дверь. Вот, тут разные двери всякие есть. Ну, давайте, я не знаю даже, какую дверь выбрать. Давайте вот эта вот. Она очень классная. И теперь нам надо бы... И потом это все повыпалываю, так. Придумать, куда бы ее поставить, эту дверь. Ну, я не знаю, правда, куда, но... Наверное, куда-то сюда. Нет. Отлично, дом построен, только надо интерьер.
Сейчас, быстро. Все делаю быстро, так. А вот кровать еще тут нарисованная. Так, и где эта кровать? Тут, не, тут нету кровати, или есть она? А вот тут есть разные разделы кровати. Раздел кровати, так. Где тут она? Вот. Какие тут? Давайте вот эту красную, хочется мне что-то. А, так, для начала надо какой-нибудь пол сделать. Пол. Пол это лава, как будто бы хотел сделать. Кстати, хотел сделать пол из лавы и потом, кстати, сделать еще углубление. В общем, сейчас я вы все увидите. Давайте здесь, я пока не придумал, что там сделать. Так, сейчас тут вот. Опа, только вот так вот. Теперь мы сделаем так. Теперь мы давайте пока поставим так. А, сюда мы сейчас нальем воды. Ой. Я все правильно теперь делаю, вот теперь смотрите, теперь надо сюда вот. Так, и теперь надо сделать вот так. Вот, и теперь мы ставим сюда. Даже прикольный такой ручеек получается. И теперь нам не надо было это все поставить вот так вот в пол. Только для начала надо какие-нибудь рыбок. Вот есть ведро рыбы фугу, есть ведро тропической рыбы. В общем, я не знаю. Создать тропическую рыбу. Давайте создадим тропическую рыбу. Почему бы и нет, кстати. О, замечательно. Только бы я еще налил сверху воды. Теперь все это заделываем, получается, таким образом и наблюдаем. Там под низом рыба лучше, вот так вот. Я думаю, вам нравится, так что не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Это супер классное оформление для дома, я так считаю. А еще таким образом можно делать камни, но это не надо. Вот, теперь мы тут ставим вот это. Светильник. Оп, так вот, получилось у меня. Я думаю, красиво. Если нет, то напишите об этом в комментарии. А если красиво, то ставьте лайки. Не забывайте комментировать это видео. Это еще не конец, поэтому не можете не переключаться. Сейчас, в общем, не выключайте это видео, это еще не конец. Так. Тут я еще хотел сделать, кстати, ручеек сейчас такой, пруд. Надо высчитать. Ага, вот это. В общем, я решил, что пол в бассейне будет алмазный, так что я сейчас его переделываю. Так.
Все, пол я сделал, теперь можно закрывать его. Такой бассейн у меня получился, сейчас я здесь делаю немножко его расширю. Вот такой вот мини-бассейн. Опа. И можно напускать сюда рыбок, но я думаю, что стоит. Да, сейчас. Где тут оно? В общем, удобный поиск сделали, я думаю, рыбу-фугу. Тропическую рыбу хочу. Новые животные тут, ламы есть. Приветствую, житель. В общем, тут, оказывается, житель недалеко, правда, где он живет, непонятно. Ух ты, тут кто-то оставил какие-то кожи. В общем, я думаю, некрасиво получилось с лавой. Обсидианы, кстати, сделали, но мне не надо сейчас. Вот так вот на уровень можно этих светильников поставить. Правда, мне надо сделать вот эту вот. Вот так надо сделать. И сюда вот так вот сделать. Вот. Вот это классно. Посреди дома у кого-то еще такое было в номерах? Я не знаю. Я не знаю, но я сделал классный интерьер. Так. Так. Так что наверняка будут тайм-коды в описании. В общем, да. Так что кто уже как бы не смотрел, как я строю дом, а начал смотреть, как я строю интерьер, то смотрите на мой дом. Как бы я его показывал, как я строил его, так что вот смотрите на мой дом. А также вот смотрите на мой бассейн. Это реально он классный. Он реально классный. Смотрите на мой бассейн просто. С рыбками. А я построю сейчас себе кровать и пойду спать. В общем... Прямо говорю стихами, поставлю кровать и пойду спать, да. В общем-то, вот так вот. Давайте мы здесь это поставим. Вот, только надо бы какой-нибудь, давайте вот этот алмазный блок поставим. Здесь где-то, я не знаю, в общем, вот так вот, в уголке. Можно открыть чат или встать с кровати, но встать с кровати не хочу. Так, все, смотрите, вот, посмотрите на это только. Посмотрите на это классно. Это очень классно. В общем, вот такой получился у меня дом. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Серия на этом подходит к концу. В следующий раз, наверное, я буду строить железную дорогу, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео. Где там вагонетки будут разные, я построю и так далее. В общем, буду улучшаться. А на этом пока что... Все на сегодня. Не забывайте комментировать видео, ставить лайки и до скорой встречи.